стали соучастником рекордов Украины. Сейчас, подождите. Подождите. К сожалению, мы не можем до сегодня. Вот так. Все остальные нас будут тоже кормить и поить бульоном. Тоже будут получать вот такие шикарные кофты. Надпись «Рекорд Украины». Так, друзья, как приятно, когда есть люди, которые находятся и живут далеко от тебя, но всегда готовы встретить, помочь, поддержать, накормить, напоить тепленьким бульончиком, не дать заснуть. И сейчас уже, который час? Сейчас около без 10:07 утра, мы продолжаем наш путь. Напоминаю, мы вчера выехали из Киева. Наш экипаж прошел от Киева до Ковеля, потом обратно через Киев. Сегодня мы в Харькове и сейчас направляемся в город Бердянск. Ждем ваших звонков, ждем ваших приветов. Ну и проведем инспекцию дорог и вообще, что происходит на нашем пути. Итак, мы продолжаем путь. В Харькове намного прохладнее, чем в Киеве. Минус 7 градусов. Сейчас мы уже взяли южное направление и едем на море. Виталий, что скажешь? А, люблю море. Я не знаю, что сказать, потому что я замерз. Так, мы сейчас пока пытаемся выехать из города, пока не начались утренние пробочки. Так, посмотрим на прощание на Харьков с высоты железнодорожного моста. Друзья, оставайтесь с нами. Подписывайтесь на эту группу, в которой вы сейчас смотрите эту трансляцию. Будьте с нами. Еще увидимся.